Соболенко и Соснович идут дальше. Лобков выбывает. Белорусские теннисистки провели матчи стартового круга на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open. Арина обыграла россиянку Анну Калинскую 6-1, 6-4, а вот Вера уступила шведке Ларсон 5-7. При счете 0-3 во второй партии Лобко снялась с соревнований. Затем Александра Соснович не оставила шансов бельгийке Кирстен Флипкинс 6-1, 6-1. Напомню, в основном раунде Australian Open заявлены еще два наших спортсмена – Виктория Азаренко и Илья Ивашко.